Здорово! Привет, друзья! Третий день! Третий день марафона, третий день вниканий, третий день исследований, третий день вот этого всего, как мне кажется, интересного, полезного и нужного. Хочу поделиться с вами своим внутренним ощущением, своими внутренними какими-то эмоциями, переживаниями и всем остальным. Я вчера вечером, я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с чего вдруг меня такое состояние нагребло, но я вчера вечером почувствовал какое-то состояние преисполненности, знаете, как Сережа Дурдачник, Сергей Дурдачник, который, который идет по полю и преисполнился и стал каким-то другим человеком. Я вчера почувствовал что-то очень подобное. Я вчера почувствовал э, что-то очень похожее на это состояние. Я вдруг понял, что... Э, Какие-то банальные вещи, на самом деле, я понял, не, понял, даже не хочется их транслировать, даже не хочется о них говорить. Я понял о том, что все в этом мире, абсолютно все имеет право на жизнь, э, и вот это все сократовское я знаю, только то, что я ничего не знаю. Вот этим я в который раз преисполнился спустя тысячелетия, спустя века, э, вот, и, собственно говоря, примерно такие же мысли примерно такие же эмоции сам себя поймал. Всем привет, друзья! Я рад, что вы здесь, я рад, что вам нравится, я рад, что вы кайфуете. Вчера не было домашнего задания, я решил дать его сегодня. Каждый день домашнее задание – это хреновая была идея, поэтому я прям на ходу немного изменил подход к этому всему вопросу, поэтому домашечка будет сегодня. Еще пару моментов организационных. Сегодня, друзья, у нас с вами будет новая, новая серия философии, которая была у нас первый день. Вот, сегодня мы будем, мы будем смотреть примеры, но не так много, как в прошлый раз. А завтра, друзья, мы перейдем к абсолютно практическим вещам. Завтра мы с вами расчехлим фигму и прямо в расчехленной фигме. Завтра мы с вами поэкспериментируем, попробуем, попробуем порисовать, попробуем посмотреть, что у нас получится для того, чтобы поговорить про брутализм не просто в формате разговоров, теории, картинок и всего остального, а для того чтобы попробовать что-нибудь самим состряпать и определиться, как можно рисовать этот самый приятный или неприятный нам брутализм. Я хочу начать. Я хочу начать с небольшого резюме всего того, о чем мы говорили с вами вчера-позавчера, я хочу начать с обсуждения тех всех комментов, которые я получал в Инстаграме последние несколько дней, в сообщений, сторисов, вопросов ко мне в личку и так далее. На всякий случай, друзья, я хочу у всех вас попросить прощения. Я, правда, физически вообще никак не успеваю всем из вас ответить. Мне бы очень хотелось, но я не успеваю. Максимум, что я успеваю делать, это там ставить лайки. Вот, это все, на что хватает с точки зрения скорости потому что э, кроме того что я очень много работаю с исследованием подбором контента выводами и всем остальным э, по нашему марафону как вы понимаете еще куча остальной работы вот поэтому ну правда все делать я прям честно говоря не успеваю ладно э, давайте значит поговорим и давайте обсудим э, те вопросы которые я уже начал замечать и на которые мне очень не вопрос это просто комментарий на который мне хотелось бы ответить и отреагировать лично точнее не лично Лично, а в формате формате, формате прямого эфира очень многие из вас пишут примерно следующие вещи пишут о том что мне сложно я ни черта не понимаю все это очень заморочено все это очень вот такое вот секое и короче говоря я не понимаю а ну Здесь мне хочется сказать, что друзья, мои дорогие и хорошие, абсолютно всем сложно, не только вам сложно. Если кажется, вам кажется, что вы какой-то какой, -то, какой -то не такой, как все, или какой-то избранный, или как-то как, -то, как -то там у вас хуже идет, чем у всех остальных, я вам скажу, что это абсолютно является не так. Не так. Всем сложно, и никто ни хрена не понимает. Если вы думаете, что я очень сильно до хрена понимаю, и я прям такой культуролог, исследователь брутализма и вся вот эта срань, конечно же, нет. Я Точно так, так же многие вещи не понимаю, как и вы. Я точно так же от многих вещей э, зависаю, мне нужно перезагружаться. Это нормальное явление, в этом нет ничего удивительного. Поэтому, если вам сложно и вы не понимаете, имейте в виду, что это обыкновенная реакция. Это вполне резонный и вполне... Э, об, ну, Правильный процесс, который так и должен происходить, потому что всем сложно, и никто ни хрена не понимает. Вот самое главное просто-напросто следить за этим. Самое главное двигаться по накатывающей, не спешить никуда, не пытаться э, сразу делать какие-то там э, предварительные либо непредварительные выводы и спокойненько с этим всем делом ехать. Поэтому, если вам сложно, и вы ни черта не понимаете, успокойтесь всем сложно, и никто, ни черта не понимает. Все очень просто. Поэтому вы находитесь в точно такой же обстоятельствах, в точно таких же обстоятельствах, как и все остальные. Uh, еще один комментарий, который я тоже uh, очень часто замечаю в, в Инстаграме, либо в сторисах, либо еще где-нибудь о том, что... И вот в комментариях вчера тоже много таких было, в нашем прямом эфире таких моментов было. Я не могу себе представить целевую аудиторию вот таких вот проектов. Uh, вот. Ну, это очень такая странная штука. Uh. Я не могу себе представить целевой аудитории этих проектов. Я не могу понять, как эти проекты применять в жизнь. Я не могу понять, что мне с этими проектами делать. Вот это все я не могу понять, и как будто бы нахрен мне этот брутализм нужен, если я не понимаю, как мне его применять. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что вы здесь пытаетесь. То есть ваше ваше Ваши нейронные связи, да, ваши протоптанные дорожки в мозгу они заставляют вас, они заставляют вас не спешить, они заставляют вас остановиться, они заставляют вас не пытаться забегать наперед, да, то есть они, они хотят, чтобы вы расслабились, они хотят, чтобы ваша мозговая активность как можно меньше тратила сил на обработку всех этих нейронных связей. И, соответственно, получается такая штука, что вы такие, а, ну нет, здесь не может быть никаких целевых аудиторий это херня абсолютно творческая просто для того, чтобы побаловаться, поэтому нет, это не коммерция, на этом деле не заработаешь, нахрен этот брутализм. Вот. Вот таким вот образом ваше сознание пытается вам это все объяснить. На самом деле, про целевые аудитории, мне кажется, здесь разговор абсолютно лишний, потому что все вопросы целевых аудиторий мы с вами закрыли еще в первый день, мы определились, я не просто так как вам рассказывал про поколение игрек, которое влияет... Я не просто так вам рассказывал про поколение Y, которое влияет на все, что происходит вокруг нас. Вот. Не просто так рассказывал о том, что это поколение влияет не просто на все, что происходит вокруг нас, оно влияет в целом на весь мир, который сейчас существует, на всю э, действительность и очень сильно напрямую поколение Y влияет на диджитал мир. Вот. Поэтому целевая аудитория брутализма это, – это, вот, это, это все вокруг. Очень многие люди, очень многие бизнесы, очень многие подходы э, являются напрямую пользователями вот этого брутализма. И э, мы сегодня на примерах определимся, почему так. Э, вот и кроме всего прочего, мы еще сегодня поговорим немножко о философии. Капельку мы сегодня эту тему коснемся и попытаемся объяснить для себя, что вообще нахрен сейчас происходит в мире. Э, вот, поэтому сейчас мы об этом, э, этого мы немножко коснемся. Так, еще один комментарий, который тоже я частенько вижу и частенько замечаю, и вы частенько об этом пишете, о том, что, ну, вот эти вот все лузы, да, про то, что то, что вы рисовали в 7 лет, это брутализм, то, что ваши дети рисуют это трехлетний, это брутализм. То, что ваши э, пьяные друзья выкладывают у себя в сторисах, это брутализм и так далее, и тому подобное. Э, вот эти вот все штуки с э, скриншотами всяких дурацких сайтов, вот очень такой махровый абсолютно пример, который очень давно и долго ходит по рукам, э, институт технологии и дизайна, когда это все вот таким вот образом э, дурацким, смешным, нелепым выглядит. Тут штука заключается в том, что... Э, я сказал про поколение Y, я хотел сказать про поколение Z. Да, ребят, простите, пожалуйста, а, а, оговорился. А, так вот, значит, суть в том, что а, брутализм это не шутка. Понимаете, вот в том-то и дело, что многим кажется, что брутализм это мемасики, брутализм это смехуечки, брутализм это приколдесики, да когда давайте напихаем всяких каких-то неуместных гифок, давайте напихаем там каких-нибудь вырезанных животных, каких-нибудь там изображений пленки, фольги, там что то подобного, и все. Вот это брутализм. Нет, друзья, это не брутализм, это все... Ну, то есть, когда вам кажется, что это шутка, опять же, здесь начинается такая же проблема, здесь начинается такая же история. Это... Здесь такая же штука, как и в прошлый раз, да, когда ваше сознание говорит вам, пожалуйста, не разгоняйся, успокойся, выдохни, отдохни, не спеши, не куда это все прикол. Это все тренды, тренды, которые завтра закончатся. Вот же есть у нас здесь минимализм, минимализм вечный. Пожалуйста, давай кури минимализм, забейте на этот брутализм, херня, вонючая. Это все завтра пройдет и ничего больше этого не будет. Вот, и все это ха-ха-ха, гифочки и все остальное прочее. Друзья, вот опять же, боритесь с собой. Когда вам кажется, что брутализм, брутализм это прикол и шутка, пожалуйста, боритесь с собой, потому что это не прикол и это не шутка. Это, это гораздо более глубокая штука, гораздо более интересная с точки зрения исследований. Опять же, повторюсь, да то с чего я начинал сегодняшний прямой эфир, что как будто бы вот не знаю, лично я э, за тот срок, когда я вот настолько глубоко ныряю, очень много всего смотрю, очень много читаю, я начал чувствовать какое-то преисполнение, понимаете? Вот я начал пони, начал начал чувствовать и понимать, что Uh, блин, надо быть гораздо более открытыми ко всему, что меня окружает, нужно нужно быть менее резким, нужно быть менее категоричным, uh, нужно вообще не смотреть на то, что происходит, в, ну не нужно обращать внимание на то, что кто что подумает, кто что скажет и так далее. И здесь есть одна очень интересная штука, которую я хочу вас подвести дальше. Uh, очень часто можно сказать, очень часто uh, вы пишете и вы комментируете о том, что буртализм это смелость, что буртализм это нечто это какой-то вызов, как будто бы, да, это какая-то какое-то движение против системы и так далее и тому подобное. Отчасти, вероятно, да. Отчасти это было таковым, да. Отчасти буртализм был чем-то смелым, чем-то таким вот серьезным и вызовом какого-то общества. Um, я сейчас считаю, что брутализм это... В брутализме нет никакой смелости Ну, наверное, так считаю не только я В целом это такое uh, мнение, которое я встречал в некоторых материалах, публикациях, видосах и так далее Что брутализм это не про смелость, да Брутализм это, это не смелость Почему брутализм это не смелость? Вот здесь я хочу показать очень важную реплику. Я хочу, чтобы вы попытались ее попытались проникнуться, попытались ее обдумать, попытались ее хорошенько переварить внутри своего сознания, внутри своей головы, для того, чтобы совершать смелые поступки, нужно бояться реакции. Для того, чтобы делать что-то смелое, вам нужно бояться того, как на это отреагируют другими, другие. Именно поэтому многие из вас все еще никак не могут успокоиться и принять этот стиль, никак не могут понять, что в этом стиле нет ничего невероятного, в этом нет стиле нет ничего удивительного, и все вот это вот странное, как будто бы ничего там странного нет, да, брутализм, это не смело, потому что Люди, которые работают в этом стиле, да, дизайнеры, которые делают э, сайты в стиле брутализм, э, в их внутреннем мире они ничего смелого не совершают. Они просто транслируют, э, транслируют вселенной, да, транслируют внешнему миру, транслируют интернету свое внутреннее состояние. А когда внутреннее состояние вот такое... Тебе абсолютно плевать, что тебе подумают другие, да, то есть люди, которые работают в этом стиле, люди, которые вот таким вот образом живут, это люди, которые которым реально неинтересно, что подумают другие, как они на это реагируют, понравится ли им это не понравится. Вот, это люди, просто которые заключены внутри своего какого-то мирка. Эм... Они делают этот дизайн не потому, что вот они каким-то трендом следуют или они там каких-то книжек умных начитались или что-то подобное, а потому что люди так живут, потому что у людей внутри вот такое вот состояние, они вот такие. Соответственно, транслируя этот дизайн и делая, делая такой дизайн и работая с этим, они не боятся... Они не боятся ответа общества, они не боятся реакции общества, поэтому для них это смелостью не является, для них это является просто обыкновенной вполне логичной, совершенно простой и понятной для каждого из них искренностью. Наверное, это самое правильное слово, которое можно здесь в эту всю штуку в эту всю штуку употребить. Поэтому, друзья, брутализм это не про смелость, брутализм это про внутреннее состояние, брутализм это, как правильно кто-то мне написал в комментариях под моим вчерашним постом, брутализм это стиль жизни, да, это часть жизни, такой же отчасти, как, наверное, стиль жизни минимализм, когда люди от, от избавляются от всего ненужного, от всего, что к, ка кажется их отвлекают от чего-то важного, существенного и так далее. Поэтому, друзья, эм, в этом есть проблема, да, в этом есть особенность, когда вы пытаетесь работать в этом стиле. Эм, вам сразу кажется, что вам нужно совершать какие-то смелые поступки. Вам нужна смелая графика, вам нужна смелая типографика, вам нужны какие-то яркие э, броски, яркие какие-то краски, яркие какие-то детали, моменты и так далее. На самом деле не так это все происходит. Вам не нужны вот эти вот яркие броски, моменты и все остальное. Вам нужна чистота, вам нужна аккуратность, вам нужна, э, нужна какая-то странность, которая продиктована вашим внутренним миром. Поэтому... Э, у нас есть два варианта развития событий дальнейшего. Мы можем э, либо... Ну, то есть мы можем либо быть такими людьми, у которых внутри это есть, да, и мы можем каким-то образом это просто из себя выпустить, да, перестать бояться реакции общественности, пытать, перестать э, работать по каким-то лекалам, правилам и всему остальному, да, и тогда у нас это пойдет легко, нам будет легко работать в этом стиле, потому что это в нас было всегда, и мы просто это выпустили в наружу. Второй вариант развития событий э, мы можем выпустить, мы можем просто подыгрывать этому, да, мы можем не являться таковыми внутри, но мы можем понимать э, ряд определенных правил, и мы можем в рамках вот этих вот небольших правил творить свой какой-то такой э, коммерческий брутализм, да, потому что это гораздо более объемное понятие, но мы можем жить в какой-то маленькой части вот этого самого понятия. И тот, и другой подход абсолютно окей, и тот, и другой подход имеет право на жизнь, если вы подыгрываете брутализму, вы, э, вы не обязательно являетесь обезьяной, там, говорящей и все такое прочее, да веб-макакой. Просто помните о том, что подыгрывать нужно правильно, просто помните о том, что не нужно предпринимать какие-то банальные скучные действия, и тогда ваш брутализм вполне сойдет за реальный, и вы вполне сойдете за человека вот таким вот внутренним миром. Как потом не застрять в этом состоянии? Я не вижу проблемы никакой в том, чтобы застрять в этом состоянии, потому что брутализм не является каким-то деструктивным состоянием, он не является каким-то состоянием чего-то напряженного, тяжелого и так далее. Ладно, я хочу здесь я хочу здесь перейти немножко к другой части. Я хочу здесь поговорить с вами немножко о других понятиях. М -м -м. Я хочу с вами поговорить про философию, на самом-то деле, потому что, э, когда, чем больше я погружался в брутализм, и чем больше я его как графический стиль, тем, тем больше я понимал, что это не графический стиль, вот, и я для себя сделал очень простой э, элементарный вывод, который, на самом деле, был на поверхности, этот вывод можно было сделать в первые 20 минут исследования брутализма, и все было бы понятно, но я к нему пришел очень, как мне кажется, поздно, э, вот, но, тем не менее, я хочу с вами поделиться э, этим самым выводом. Эм... По моему мнению, брутализм – это квинтэссенция, квинтэссенция метамодерна в формате графического дизайна. Брутализм – это и есть метамодерн, метамодерн – это и есть брутализм. Это что-то, что является совершенно логичным, вытекающим и втекающим друг в друга, как кто-то правильно написал сегодня в комментариях. Вот, именно поэтому эм, понятие метамодерна очень хорошо это все дело ил иллюстрирует. На всякий случай, для тех, кто, может быть, не совсем в теме, для тех, кто, может быть, не совсем в курсе и не понимает, что такое метамодерна и о чем идет речь. Эм... Считается, что метамодерн это самый простой, самый легкий, самый элементарный способ объяснить, что происходит в нашем мире в данный момент, что вообще вокруг нас происходит, что происходит с нашим обществом, что происходит с диджиталом, что происходит внутри молодых людей. Это самый простой способ объяснить это все, просто сказать о том, что это поколение метамодерна. Сейчас мы пришли в эпоху в эру метамодерна. Метамодерн это что-то между модерном и постмодерном, да, вот, вот этими двумя понятными как будто бы более-менее понятными, и более-менее изученными для нас состояниями. Вот метамодерн – это то, что, то, что пришло, после каких-то правил, да, после каких-то э, четких, понятных типовых вещей, да, когда у нас все по полочкам, когда у нас религиозное общество, когда у нас свод правил э, правильных подходов, правильных мыслей, все общество плюс-минус одинаковое, мы все думаем в одну сторону и все занимаемся одним и тем же, да, и постмодерном чем-то что деструктивное, что в целом и, и отрицает абсолютно все, что происходит и срать хотела на все, что происходит. Вот метамодерн это штука, которая находится между вот этими двумя понятиями да она где-то где-то и, и там немножко берет и здесь немножко берет и для того чтобы объяснить э, еще лучше что такое метамодерн и через метамодерн попытаться понять э, брутализм э, мне хочется э, поделиться с вами э, семью семи семи семью не знаю как правильно важными э, принципами важными частями э, Метамодерна, который, собственно говоря, показывает, что он это он и каким образом сейчас существует весь мир. Значит, во-первых, одна из важнейших частей метамодерна, одна из самых существенных частей, одна из частей, которые самые заметные, самые э, правильные, да, и с которыми хочется жить больше всего, это то, что метамодерн, он... Как, как сущность, да, как философское течение, как направление, как э, часть жизненной философии, он э, говорит нам про то, что это новая новая искренность, да, это часть новой искренности. Мы должны быть искренними э, с собой вообще в абсолютно в любых ситуациях абсолютно в любой э, в любой части нашей жизни и всегда э, делать то, о чем мы говорим поступать то, как мы думаем, не корчить из себя каких-то там непонятных людей, которыми мы не являемся, не носить никакие маски, не пытаться быть кем-то другим. Вот. вот эта вот новая искренность, она привлекает, она привлекает массы сейчас. Да? Именно поэтому мы имеем такое огромное количество тех, кого бы мы раньше назвали фриками, да, тех, кого бы мы раньше назвали какими-то странными людьми, потому что сейчас все эти странные люди, они собирают огромные аудитории, они популярные, их слушают, к ним прислушиваются. И вот эта вот вся новая искренность – это очень существенная и большая часть метамодерна. Вторая большая часть, вторая большая особенность – это то, что больше нет никаких правил, нет ничего твердого, на что мы могли бы опереться, как при модернизме, да, как в модерне. То есть нет больше вот этих вот семи смертных грехов, что звучит довольно грустно, но на самом деле это часть нашего нового общества. Нет больше чего-то, что является э, таким, от чего нельзя никуда отступить и таким, куда нельзя никаким образом сдвинуться, да. Э, можно все, все абсолютно по новому, все абсолютно по-другому. Э, мы можем самовыражаться, как только мы захотим, мы можем поступать так, как мы захотим, мы можем нарушать любые правила, мы можем делать все, что хотим. Вот есть такой очень классный э, чувачак, чувачок, чувачок, айкюнинг создатель э, дизайн-бюро э, Hurt, э, немецкого, вот. И э, я был на его лекции лет где-то года 4, наверное, назад. Это один из, э, не то чтобы основателей, но основополагателей и человека, который стоял рядом, когда зарождался... Баухаус uh, и вот uh, Айкёнинг очень интересную мысль сказал, что он терпеть не может правила, он терпеть не может все вот эти вот штуки и как дизайнер он ненавидит когда ему, ненавидит когда ему говорят о том, что нельзя растягивать шрифт, он говорит смотрите, вот я сажусь и прям при вас растягиваю шрифт, видите, можно. Вот это вот та самая штука, когда можно все, нет никаких ограничений, нет никаких правил. Третья важная часть uh, связана с тем, что больше нет никаких героев, больше нет икон, больше нет больше нет идолов, да, вот этого всего больше в обществе метамодерна, этого всего больше нет. Потому что икона и идолом может быть абсолютно любой человек. Иконы и идолы появляются и исчезают секунду за секундами. Икон и идолов огромное количество. Иконы и идолы стали настолько близки к нам, они находятся на расстоянии вытянутой руки. Мы видим их жизнь, мы видим, что они точно такие же обыкновенные люди, мы видим, что они точно такие же простые в инстаграме мы видим что они ходят в туалет что они едят что они спят что у них может быть плохое настроение у них есть прыщи на роже и так далее и тому подобное и все это говорит, говорит нам о том что героев больше никаких не существует то есть общество метамодерна отрицает отрицает героев и как будто бы не то чтобы выравнивать все общество как одно общее целое но говорит о том что больше не нужно никем восхищаться Uh, больше не нужно uh, плакать там ни от кого и так далее. А это значит, что uh, если нет героев, то ты можешь стать этим героем точно так же, как и любой другой человек. Если нет никаких героев, uh, если общество этих всех героев отрицает, то, соответственно, опять же, это подтверждение лишний раз того, что ты на все способен. Нет такого, что это какой-то супер человек, и он может, а я не могу. Ты тоже можешь. Uh... Еще одна важная штука метамодерна – это то, что больше не существует рецептов. Это значит, что все те вещи, все эти моменты, все то, о чем мы говорили с вами, о том, что вот, смотрите, мои, мой способ, я добился успеха, так-то, так-то, вот я такой молодец, смотрите, повторяйте за мной. Вот эта вся срань абсолютно не работает, вот эта вся срань никакого отношения к современному обществу не имеет, никаких рецептов нет. Все то, что работало сегодня утром, не работает сегодня в обед. Все то, что не работало сегодня утром, работает сегодня в обед. Все вечно смешивается, изменяется, трансформируется, корректируется. Вот, это значит, можно абсолютно не обращать внимания на то, что у кого-то что-то не получилось, да, у тебя это может получиться. Можно не обращать внимания на то, что кто-то как-то чему-то нас учит, а вот мы хотим это все делать по-своему. А, вот, поэтому, а, поэтому, короче говоря, это интересная штука, интересное движение. И, собственно говоря, можно сказать о том, что если нет рецептов, то можно делать все по-своему, своим, своим способом, своим путем время возможностей, конечно, исходя выплывающего из этого правила время возможностей, время способов и попыток делать все то, как мы хотим, мы можем заниматься абсолютно чем угодно. Не знаю, там еще каких-то там несчастных 50-60 лет назад, да, твою жизнь определяла та семья, в которой ты родился. Если ты родился в семье, если ты родился в семье Uh, я не знаю, там, uh, библиотекаря, да, скорее всего, uh, твоя, твой путь мог бы быть примерно таким. Сейчас, учитывая то, что к нам пришло время возможности, ты можешь быть абсолютно любым, ты можешь заниматься всем, чем захочешь, uh, никаких проблем с этим у нас тоже нету. Вот, ну и важное тоже правило метамодерна в том, что мы как будто бы мы как будто бы больше не можем отрицать э, прошлое. Нам как будто бы можно, больше не нужно говорить о том, что прошлого нету, прошлое это все херня, мы это все отрицаем. Прошлое это важная часть твоего опыта. Что бы с тобой в прошлом не происходило, э, что бы не случалось, это просто часть твоего опыта, которую ты должен принять, полюбить и ни в коем случае от этого всего дела не открещиваться. Э, э, вот такие вот семь важных правил метамодерна, о которых мне хотелось с вами поговорить и хотелось об этом всем рассказать. Э, тут как будто чтобы э, уже накидали какие-то чат ссылочек, которые, наверное, помогут э, в это философское течение погрузиться немножко поглубже. Вот. И я вам сильно рекомендую это сделать, потому что это очень интересная штука, это очень интересная э, философия, это очень интересное направление. Вот. И к чему я все это рассказываю? Потому что модерн и вот эти вот семь правил, о которых мы только что сказали, это прекрасная иллюстрация того, что происходит в брутализме. Я графический дизайнер. Для меня философия это не то, чтобы что-то далекое, да, что-то, что я там, типа, вообще мне это не интересно, этого в моей жизни нет. Вот. Я, конечно, на все это обращаю внимание, но как как вот как, как с бытовой точки зрения. Я дизайнер, я не философ, я не культуролог, я не, э, не знаю, кто там еще, не. Вот. Поэтому все, что я вижу, все, о чем я читаю, все это я пытаюсь приложить на дизайн. Соответственно, исходя из этого, э, когда я начал немножко погружаться в вопрос метамодерна, я понял, что вот это и есть квинтэссенция брутализма. Все эти правила, они очень легко переносятся на графический дизайн, все эти правила очень легко нам показывают и рассказывают все то, что у нас есть. Есть в брутализме, и все это туда очень легко трансформируется. Вот эти все истории с тем, что больше нет кумиров, больше нет правил и все остальное прочее. Так, я, наверное, с вашего позволения немножко почитаю ваши комментарии, что вы здесь пишете, потому что мне кажется, там что-то интересное несется. Большинству необходимы моральные и эмоциональные подпорки, в частности, религия. Когда их нет, люди начинают их изобретать сами себе. Окей, ребят, смотрите еще раз я просто повторю все то о чем я сегодня говорил да я просто скажу о том о чем ну то есть повторю свою реплику еще раз если преисполнится да если прийти к какому-то такому состоянию собственного восприятия да вы вполне легко можете понять что вы являетесь маленькой песчинкой маленькой частью огромной вселенной если так, если мы являемся всего лишь маленькой песчинкой и маленькой частью огромной вселенной, это значит, что во Вселенной возможно то, что мы себе не можем представить. Вот я не знаю, почему я для себя на всю свою жизнь запомнил одну интересную фразу, когда я был когда я еще был пиздючонком пиздюшонком, когда мне было там лет, наверное, 6-8. Uh, моя, то есть одна из моих любимых фраз была: Увидев что-нибудь, я говорил: Нифига себе, а я даже не знал, что это существует, да, потому что для меня в этом возрасте было очень много открытий. Я не знал, что если uh, размешать бутылку шампанского, пробка выстреливать. Да, для меня это было просто это потрясающая какая-то для меня была новость. Вот. И мой отец uh, в тот период мне каждый раз на эту мою фразу говорил: uh, в мире еще так много всего, о чем ты даже не догадываешься, вот, и я с этой фразой всю свою жизнь живу, чтобы я сейчас нового интересного удивительного для себя не увидел, я всегда говорю о том, что это, это просто один из моментов того, о чем я даже не догадываюсь и не знаю, это я все говорю к тому, что э, если вы перестанете ко всему относиться э, с точки зрения структурирования, да, вот это я понимаю, вот это я не понимаю, это есть в моей вселенной, этого нет в моей вселенной, это мне ясно, это мне ясно, это мне понятно, это мне непонятно, если вы перестанете вот так вот, к. к квалифицировать все да жизнь станет э, немножко проще потому что вы поймете в какой-то момент что все вокруг возможно очень э, много всего вокруг есть очень э, много всего необычного вот и вам не нужно то есть вам не нужно э, высказывать каких-то оценочных суждений абсолютно в этом нет никакой необходимости вы это можете просто сказать сами себе это есть окей раз это есть значит это есть я не собираюсь я не собираюсь это каким-то образом квалифицировать и давать свою оценку этому плохо это или хорошо вот поэтому когда вы пишете про все вот эти вот вещи я вас абсолютно понимаю я сам в некоторой степени консерватор я понимаю что да действительно нужны скрепы нужны правила нужны вот эти все вещи я в конце концов отец троих детей поэтому мне тяжело быть открытым ко всему, когда я прихожу к своим детям, и они получают плохие оценки в школе. Но, тем не менее, тем не менее, дорогие мои друзья и товарищи, попытайтесь немножко открыться. И открывшись, вам станут доступны новые грани, открывшись, вам станут доступны новые какие-то вещи. Поэтому да, здесь хочется вспомнить все то, о чем мы говорили на первой лекции. Выдохни и прими. Так. Так. Ну давайте еще посмотрим ваши комментики. Для себя сформулировала так: Брутализм это стиль, которым новое поколение отрицает и высмеивает неправильную, неправильность и какую-то убогость мира, созданного предыдущим поколениями мира, который не про смысл, а про э, напускной лоск не искренний, не самый справедливый и не очень честный, загоняющий человека в какие-то рамки. А брутализм противопоставлен тому, пока так ощущаю его философию. Ну, я, Оля, как с этим могу согласиться, так я с этим и не могу согласиться. Э, почему? Потому что, опять же, если мы поговорим про метамодерн и будем обсуждать конкретно метамодерн в формате э, брутализма, мы поймем о том, что не нужно отрицать прошлое, да, хотя буквально вчера я говорил немножко о другом или позавчера, да, что все-таки прошлое не нужно отрицать. Все-таки э, то, что ты пишешь, да, это как будто бы ближе для какого-то панка, да, это, вот это вот философия панка, это философия э, постмодерна, наверное, все-таки мне больше кажется, когда мы все дерьмо, все отстой, анархия и все такое прочее. Э, брутализм как будто бы это немножко про другое. Брутализм это как будто бы он как будто стоит немножко в сторонке от этого. Он как будто такой, да, вообще похер абсолютно. Вообще, вот, вот не знаю. Если, если я для себя пытаюсь как-то объяснить брутализм одним словом, мое самое любимое слово это похеру. Или более нецезурный формат этого слова. Вот брутализм для меня это вот это. Когда тебя в целом и в общем ни хрена не беспокоит, кроме того, чтобы э, самовыразиться, кроме того, чтобы донести свои мысли к к кратким образом, понятным и так далее. Uh, так. Спасибо рэп андеграунду Он отлично погружает в атмосферу и понимание метамодерна. Ну, плюс стендап on тоже. Это потрясающий комментарий. Я просто жму руку, я просто совершенно с этим всем делом согласен действительно современный рэп это очень хороший очень хорошая лакмусовая бумажка брутализма. если ваши знания рэпа ограничиваются гуфом и всеми темами про 228 вот вы немножко отстали немножко застряли поэтому пожалуйста обновите свои знания современного рэпа послушайте каких-нибудь классных чувачков не буду никого советовать сами их ищите и наверное у вас может быть может появиться другое мнение то же самое действительно абсолютно самое согласен про современный стендап современно смешное слово такое а, да действительно стендап это тоже хорошая лакмусовая бумажка а, всей этой истории потому что в нем очень много сарказма в нем очень много искренности через смех когда люди через боль пытаются донести свои какие-то вещи а, так а, смешные картинки у вас здесь посыпались ладно друзья давайте переходить дальше все, на этом мы заканчиваем нашу, наши все философские разговоры. Подозреваю, что многим из вас эти философские разговоры мы могут казаться смешными, какими-то нелепыми. Вот, и я абсолютно окей с этим. Никаких проблем у меня нет. Я не стесняюсь говорить о тех вещах, которых я не очень сильно понимаю. Вот, потому что, потому, что, потому что вот так вот. Потому что мне хочется это обсуждать. Если кто-то меня поправит, если кто-то мне подскажет, что я говорю не так, или что, что я понимаю не так, для меня это совершенно окей. Поэтому э, я считаю, что вот этот разговор про философию, про метамодерн, нам сегодня нужно было с вами понять, э, потому что, потому что, потому что в комментариях, потому что в ваших словах, в том, что вы пишете в Инстаграме и в, и в здесь в чатике, я все еще понимаю, что вы, то есть вы вы смотрите поверхностно немножко на брутализм, вам кажется, что это э, раскукоженные шрифты и градиенты и все остальное прочее. Так, значит, поехали дальше, давайте двигаться к следующим моментикам, к следующим частям. Спасибо за ваши мемасики. На самом деле, сейчас вот здесь в комментариях несется просто выставка самых любимых мемов, которые я очень сильно обожаю. Я практически все эти мемы могу цитировать на память, и они очень классные. Дальше, двигаемся дальше и говорим о следующих моментиках, говорим о следующих вещах. Хочу закончить с философией, хочу немножко нырнуть с вами, э, в, вернуться к нашему бредному миру, вернуться к нашим сайтикам э, и поговорить э, про прикладные, понятные, легкие, примитивные и доступные для нас, для всех э, вещички. Итак, э, Итак значит, давайте посмотрим... Э, Давайте посмотрим некоторое количество сайтов Но перед тем, как мы посмотрим некоторое количество сайтов Мне очень хочется прокомментировать комментарий Николая «Коля, привет тебе большой! Непонятно, пока грань между брутализмом и говном» Это очень тонкая грань, но на самом деле она не такая уж и сложная, не такая уж и специфическая Эта грань выглядит точно так же, как грань между хорошим и плохим дизайном Вот это абсолютно то же самое Если вам по каким-то причинам... Нет, не так хочется все время говорить, что у бутализма нет правил. Нахер правила и все такое прочее. Но вот завтра, когда мы будем рисовать, когда мы зайдем с вами в фигму, мы будем пытаться вычленять правила буртализма. Я конкретно буду показывать, что такое буртализм с точки зрения конкретных графических примеров. Почему? Потому что не все мы с вами здесь ребята, которые хотят жить таким образом жизнью, и не все мы здесь ребята с таким сознанием. Но мы хотим работать в этом стиле, потому что он нам нравится. Неважно, мы такие, либо мы не такие. Вот, а это значит, что нам нужно понимать, как это работает, и мы для себя попытаемся сформулировать какие-то правила буртализма и попытаемся с ними э, заиметь дело. Вот, мы не будем являться истинными носителями этого стиля, да, мы не будем являться первоисточниками, хотя первоисточника не существует, но тем не менее это не проблема, то, что мы можем подыгрывать брутализм, это тоже нормально и в этом ничего плохого нет. Сайты. Я хочу показать большое количество сайтов, которые, которые должны вам продемонстрировать еще раз то, что мы с вами вчера смотрели много картинок, много всяких плакатов и всего остального, и как будто бы непонятно, как это все ложится на стиль. Вот как это все ложится на сайты. Вот посмотрите совершенно потрясающий, отличный, очень приятный и очень красивый сайт в стиле такого типографического коммерческого брутализма. Он очень хорошо сверстан вместе с какими-то странными вещами у нас есть все очень аккуратное прикольное у нас много классных каких-то интересных саркастических образов да вот мне например не знаю мне очень нравится, я не могу это объяснить сам для себя, но мне очень нравятся вот эти кнопки, и они мне нравятся за иконки соцсетей. Я прям сусь от того, Uh, как восьмипиксельная uh, и глупо сделана кнопка и как uh, реально выглядит иконка. По-моему, это просто потрясающе. Я не знаю, это специально так сделано или заказчик внес такие правки, но мне это просто невероятно нравится. очень плохому. Вот классный образ пожеванной жвачки про плохих ребят. Мне прям очень это все дело нравится. Вот, поэтому вот, uh, вот таким вот образом этот стиль живет, uh, этот стиль брутализма живет в абсолютно понятной, коммерческой, э, современной, модной какой-то движухи. Вот и ну просто он офигительно выглядит, не знаю даже что еще здесь можно комментировать, сайт просто потрясающий. Либо э, вот такой вот проект, давайте тоже посмотрим проект студии Креатив как Сервис э, Норм 1458, тоже очень классно, очень дурацкая какая-то графика, дебильные цвета, дебильные шрифты, вытянутый Arial Condensed, э, э, какие-то дурацкие неуместные картинки, неуместные какие-то дурацкие фотографии. Э, обратите внимание, кстати, на клиентов вот, просто на секундочку и все поймете вот поэтому очень классно очень красиво очень интересно очень необычно ну прям вот нет слов это правда чистейший чистейший буртализм который выглядит потрясающе который воспринимается потрясающе который смотрится очень актуальным и очень современным вот такие вот такие штуки здесь как будто бы очень много здесь как будто бы очень много вот этих вот пересечений со швейцарской версткой, они очень сильно чувствуются, но при этом при всем очень хорошо чувствуются и нотки брутализма, э, нотки чего-то странного, да, там типа э, э, текст на всю ширину экрана, вот эти вот дурацкие смещения, какие-то непонятные формы, э, отсутствие какой-то понятной, логичной, хорошо заметной сетки, но при этом этот сайт тоже потрясающе выглядит, это очень свежий, очень стильный, очень классный сайт, э, вот, который хорошо показывает и хорошо работает... Э, как брутализм. Или же вот такие вот проекты. Опять же, да, посмотрите, посмотрите на те проекты, которые мы смотрим. Венчурная экосистема, нихера себе, на секундочку. Технологическое предпринимательство, нихера себе. И посмотрите на этот странный стиль, посмотрите на эту примитивную, примитивную, странную, непонятную графику, посмотрите на цвета посмотрите на размер шрифтов, посмотрите на верстку, посмотрите на кнопки, посмотрите на вот эти вот дурацкие градиенты. Это все выглядит совершенно потрясающе, очень красиво, очень приятно. Вот, я специально сегодня подбирал в основном кириллические сайты для того, чтобы у вас не было ощущения, что брутализм это где-то там. Потому что брутализм это, это не там, это здесь. Если уж говорить вам сильно откровенно и... Вне всего, о чем мы говорим, да, у меня нет этого на слайде, и я об этом говорю полушепотом, но я считаю, что СНГ, я считаю, что Россия в частности, э, дизайн современный, да, хотя в целом не Россия, это, наверное, здесь, здесь все-таки СНГ, очень много э, этого стиля в Украине, очень много этого стиля в России, э, у нас этот стиль, он... Он расцвел, да, он, он начал приобретать какие-то наши черты характера, наши какие-то особенности а, Вот, поэтому мне кажется, что этот стиль к нам пришел уже абсолютно полностью, плотно, сильно Не знаю, надолго ли, но мне это очень сильно нравится И я очень, я очень кайфую от того, что происходит здесь вот тоже прекрасный сайт Странная непонятная верстка хоть, хоть, хоть и очень ровно, но это просто Это очень сильно похоже на обыкновенный какой-то вордовский документ Вот такую штуку, наверное В целом и в общем, можно было бы сверстать В ворде, да, обратите внимание на странные Какие-то выравнивания, здесь тесно Здесь не тесно, ну, пофиг абсолютно Это не важно, выравнивание Правила, принципы дизайна, да пошли вы все нахер У нас тут своя тема, у нас тут своя история Мы рассказываем историю Мы хотим людям показать какую-то часть смысла Мы с удовольствием смешиваем разные шрифты мы с удовольствием используем большое количество разных начертаний и всего остального и прочего почему а потому что вот так вот потому что так мы чувствуем потому что так мы хотим так мы хотим об этом всем рассказать и показать мне кажется, в Украине дизайнеры больше экспериментируют с такими вещами, у нас в РФ как-то более, как более сдержанно, что ли, это сугубо мое мнение. Не хочу разводить холивар, не буду высказывать свою точку зрения по этой, по этой, в этом вопросе, но я считаю, что и здесь, и там этого очень сильно хватает. Ну, для меня, конечно, украинский брутализм, он немножко ближе, потому что я знаю больше ребят, я знаю больше людей, я знаю больше студий, вот, поэтому мне это немножко более понятно. Вот, но это вообще ничего не значит, это просто проблема того, что я слишком мало знаю ребят, которые занимаются таким стилем в России, вот и все. То это нет, ни о чем нам не говорит. А, журнал Буду, да, вот... Кроме всего прочего, в таких сайтах, да, кроме всего прочего, в таком дизайне... Кстати, вот этот журнал, э, мне он очень нравится с точки зрения метафор, мне он очень сильно нравится с точки зрения э, сарказма. Картинки, обложки, да, они выглядят потрясающе, очень классные, очень стильные, очень интересные. Я искренне удивляюсь, искренне кайфую от того, как э, эдиторы этого журнала, выпускающая редакция, умудряется генерировать все новый и новый креатив, классный, интересный, прикольный для этих самых обложек, ну, не считая людей, конечно конечно же. Но в этот журнал мне очень нравится с точки зрения метафоры. Это все выглядит очень свежо, модно, современно, клево и очень красиво. Еще мне почему-то хотелось обратить ваше внимание на такой незначительный, маленький, тонкий нюанс, как вот этот вот заголовок. Это журнал ⁇ Буду ⁇ Здесь мы рассказываем о карьере, людях, которые ее строят. Брутализм ⁇ это не только про... Euh, внешний вид. Брутализм это не только про э, дизайн, про графику и все остальное прочее. Брутализм это еще и про текст. Uh когда мы работаем в стиле брутализм, наш текст должен быть соответствующим. Ну, здесь мне немножко сложнее об этом, самом деле, рассуждать и говорить, потому что я не являюсь копирайтером, я не очень хороший писатель текстов. Вот. Но даже я понимаю о том, что текст, написанный для сайта с рушечками и эскиз, с, с эскевоморфизмом, очень сильно отличается от текста, который пишется для подобного сайта с под, в подобной стилистике. Поэтому этот сайт тоже, э, этот текст, точнее, тексты на сайте, они тоже сырые, они тоже лишены формальности, они тоже лишены каких-то э, клише они тоже лишены вот этого самого клипового мышления вот поэтому это выглядит очень круто очень интересно когда э, хорошая картинка хорошее изображение хороший дизайн объединяется с текстом и все работает на одну э, суть вот это вот э, этот текст здесь мы рассказываем о карьере людях которые ее строят мне очень просто это нравится это вот знаете вот так вот мог бы представиться человек где-нибудь на какой-нибудь рей рейв тусовке когда сказал бы, привет, я Денис, я выпускаю журнал Буду. Там мы рассказываем про карьеру людей и там какую-то подобную срань, да. Вот так бы, наверное, он бы здесь и сказал. Если бы это был бы сайт в другом стиле, если бы этот сайт был бы с другим настроением, если бы этот журнал был бы с другим настроением, здесь было бы написано, что э, еженедельный альманах Буду рассказывает о принципах построения успешного бизнеса рассказывают о том, как люди через терни приходят к звездам. Мы берем интервью у известных людей, мы касаемся вопросов психологических моментов. И вот эта вся сраная мутная муть. Вот так бы, наверное, здесь было написано. Вот. И вот такие тексты, тексты это часть брутализма, который хорошо можно для себя их пропустить. Еще один сайтец, очень приятный, очень симпатичный, очень классный, ДК Рассвет. Новая площадка для культурных, образовательных и деловых мероприятий в центре Москвы. Оставьте свою почту, чтобы ничего не пропустить. Следите за нами в Инстаграм или Фейсбук. Все ясно, все понятно. Все, на этом сайт можно заканчивать. В целом, я все, бляха, понял. Мне ничего больше от вас не надо, дорогие мои товарищи. Вот, но это выглядит круто. Кстати, Николай, ничего подобного. Ильяхов, Ильяхов просто потрясающий мастер понятных, легких и простых текстовых формулировок, Поэтому Илья, как раз таки Ильяхов это тот чувак, на которого очень сильно нужно обращать внимание. Причем, э, если честно, я никогда раньше не рекомендовал пиши сокращай, но я очень сильно рекомендую Ясно Понятно. Это, по-моему, потрясающая книга, великолепная, просто офигительная книга, которая очень хорошо э, описывает то, как нужно писать тексты в современных реалиях. Потому что поэтому все, кто не читал Ясно Понятно Ильяхова, вперед. Так, ну в общем вот такой вот сайтец, все классно, все красиво, все симпатично, все очень хорошо, все очень приятно. Ну и в общем таких сайтов огромное количество, огромное количество классных интересных сайтов, огромное количество вот таких вот вещей, вещей, ну в общем клево, потрясающе, очень здорово, очень необычно, очень интересно, очень приятно и все такое прочее. Куча у меня таких сайтов, очень долго мы сейчас с вами их можем перелистывать, пере, пере, пересматривать и все такое прочее. Я сделаю гораздо проще, я просто вам дам ссылку на эту небольшую подборочку. Рекомендую вам эти сайты очень внимательно исследовать, очень внимательно посмотреть, потому что они, они классные, они классные, они интересные. И они мне очень сильно нравятся. Я хочу, чтобы вы эти сайты просматривали и... Какие-то для себя тоже касательно того, как живет брутализм в вебе, сделали. Кроме того, что вы будете смотреть на этот сайт, пожалуйста, обращайте внимание на то, как работают интеракшены некоторые Посмотрите, как работает анимация Посмотрите, какая она Посмотрите, какие интересные решения есть и так далее Причем очень прикольно то, что вот эти все сайты Которые я вам показал, да, и в целом Все подборки, да, вот давайте здесь уже Раз мы начали упоминать про подборки Давайте мы об этом поговорим Ну, понятное дело, брутализм веб-сайт Этот сайт уже все вы абсолютно знаете О нем я даже не буду долго рассказывать Там все ясно, все понятно Идите, смотрите, вдохновляйтесь Здесь много всего прикольного Вот, еще один ресурс, который тоже абсолютно но все знают и в котором тоже нет ничего нового это Fuck You Design это тамблер, э, в котором просто подборка здесь нет дизайна чистякова здесь нет граф дизайна э, вот здесь просто большое большое количество разных э, стилистических картинок которые создают нам правильное корректное и хорошее настроение поэтому этим сайтом с вами конечно тоже можно поделиться но лично для меня э, самым э, клевым самым интересным и самым э, нет вру не самым но одним из хороших подборок которые мне показывают сайты которые я хочу Который я хочу смотреть, это сайт кириллик дизайн вот. Вот, вот, вот здесь вот собрано, тут этот сайт, этот, эта, эта галерея не является подборкой брутализма в чистом виде, да то есть здесь нет такого, что выкладывают только только брутализм, здесь все подряд выкладывают все сайты, которые являются классными клевыми и в них используются кириллица вот, но чем больше мы этот сайт э, будем исследовать, чем больше этот сайт мы будем листать и чем больше мы будем на него обращать внимание, тем больше мы будем замечать, что очень много проектов это брутализм, очень много сайтов, они как раз таки об этом, они в этой стилистике, они в этом дизайне и они об этом, вот, поэтому, пожалуйста, обратите внимание, э хороший срез, вот Кирилли дизайн, это хороший, э хороший срез современного э современного дизайна русскоязычного, можно так сказать, да, хотя в принципе здесь много украинских сайтов нет, это я плохо сказал. Короче, современного э -э не хочется употреблять это слово, но, ну, короче говоря, вы меня поняли, не хочу загонять, загонять себе в в ловушку. Это хороший сайт, это хорошая галерея, это хороший показатель модных современных трендовых сайтов. Хотя трендовый здесь не очень уместное словосочетание, но тем не менее. Еще я хотел бы с вами поделиться парочкой, парочкой ссылочек, да, парочкой, парочкой штук, парочкой ребят. Почему именно их я показываю? Потому что это люди, которых я не лично знаю, это люди, на чьих выступлениях я был, это люди, которые как-то повлияли на меня с точки зрения восприятия брутализма как стиля. Вот, все это происходило еще там около там, 3-4 лет назад, это студия Юкика. Немцы, естественно, немцы. Интересные чуваки, которые делают много интересных экспериментов, которые делают много издательского дизайна, которые работают с большими брендами. Ну, прям, прям сильно. Вот, еще одни очень классные чуваки, которые, к сожалению, закрылись, но все равно я продолжаю, продолжаю за ними следить. Это студия, которая называется Югоциане, это Киевская студия. Она закрылась пару лет назад, вот, но они сделали очень много интересных вещей, лично для меня интересных вещей, в целом в формате индустрии или в формате там чего-то заметного здесь, ну, то есть вряд ли вы здесь увидите что-нибудь, что вы могли где-то встречать раньше, вот, но эти чуваки мне очень сильно нравятся из-за того, что они очень много экспериментируют с с дизайном они очень много экспериментируют с Нет, неправильно я сказал не с дизайном они очень много экспериментируют с технологиями вот как правильно будет выразиться эти чуваки э, много делают масок для инстаграма ну там платных бесплатных разных это чуваки делают маски просто физические просто вот просто маски как маски эти чуваки много экспериментируют с 3d графикой и у них был один очень просто потрясающий эксперимент не уверен, что я эту картинку смогу найти в этом всем разнообразии. Но, короче говоря, этот эксперимент, который у меня не выходит из головы уже там, несколько лет. А, нет, не могу найти. Ну, ладно, не суть. А, ну, вот такие вот штуки, да. Вот это вот часть их э, фирменного стилька когда они делают дизайн, распечатывают его в огромных форматах, трехметровые, вот такие срание. Размещают где-то по городу, они там их периодически поджигают, они просто их ставят в разных местах, и все это выглядит как просто невероятно потрясающий арт. И одна из штук, которая мне очень запомнилась, один из, из, из их эм, экспериментов это когда они взяли какую-то картинку, эта картинка должна была пойти на сайт, вот и она им показалась как, как будто бы такой привычной, понятной обыкновенной. и эти чуваки. Эту картинку 100 раз загрузили на Facebook, и 100 раз в Facebook ее скачали 101, вот и за счет того, что при каждой каждой итерации загрузки картинки на Facebook качество картинки падало на 101 раз. Да, картинка она настолько сильно исказилась, она стала неузнаваемой. У нее появились такие артефакты, которые э, характерны для всяких компрессоров из качества изображения что она стала просто ну вот такой который ты сам ее не сделаешь да вот поэтому вот такие эксперименты мне очень сильно нравятся в целом и в общем еще один такая огромный пласт экспериментов буртализма это генеративная графика генеративная графика это графика которая создается сама по себе то есть вы как оператор ПК, задаете какие-то параметры определенные, и эта графика генерируется самостоятельно. Вот, но эта штука отдельная, мы на, в наших прямых эфирах этого коснемся, но коснемся вскользь, вот, потому что эта штука, правда, пока что еще сложна не только для восприятия, а для, для воссоздания процесса очень сложно. Вот, 3Z, тоже очень классная украинская студия, которые много работают много работают и в этом стиле, и не в этом стиле. Короче, здесь много всего интересного, тоже классные чуваки. Ну и, конечно же, iTuning, Herd. Мне очень нравится этот чувак, мне очень нравятся эти ребята, мне очень нравится то, чем они занимаются и то, что они делают. Вот, они делают, правда, удивительные, интересные проекты, они делают уже их там больше 40 лет. Айку, если не ошибаюсь, ему тоже 65 лет, то ли что-то в этом роде это прям сильная студия это правда ёнинг это один из э, основополагателей один из основателей э, э, чего бляха-муха Баухауса. Вот чего. Вот. Поэтому это взрослый, бородатый, старый мужик. Вот. Ну, короче, рекомендую вам за всем этим делом следить. Ну и конечно, все эти студии, которых я вам показал, у них у всех есть э, аккаунты в Инсте. Э, многие ребята есть э, в Инсте. Вы можете посмотреть, а то что они постят, вы можете посмотреть, на кого они подписаны. Ну вот, поэтому очень очень сильные, классные чуваки, за которыми лично я периодически послеживаю, хотя э, нельзя сказать, что они там очень много чего-то активно себе как-то ведут и много выпускают проектов. Некоторые не выпускали проект уже пару лет. вот, Но все равно мне почему-то за такими ребятами хочется следить. На самом деле. Э, я не делаю подборки прям конкретно студий, я не говорю, что вот, давайте смотреть, кто там что делает и все такое прочее. Ну, просто потому что мы уже с вами говорили о том, что нет кумиров, и не создавайте себе этих самых кумиров. Вот, но э, какие-то ориентиры появляются, какие-то какие ориентиры существуют. Вот, и традиционно я здесь вам предлагаю заниматься исследованием в точно таком же формате, как и я. Ищите студии, подписывайтесь на них, изучайте их, ищите интервью какие-то на YouTube, ищите какие-то публикации, интервью в каких-то журналах и все остальное прочее. Вот читайте, о чем говорят люди, читайте, что говорят люди, какая у них риторика, какие у них посылы. Вот, для того, чтобы лучше этим всем стильком проникнуться и лучше для себя его э, понять. Э, все. Это все, о чем я хотел с вами поговорить сегодня, друзья. Э, э, нет у меня, как обычно, никакого резюме сегодняшнего дня, нет у меня, как обычно, никаких выводов. Мы сегодня разделили, я сегодня разделил прямой эфир на две части, на одну часть, которая, э, ну, такая, отчасти, э, отчасти скучненькая, да, отчасти такая какая-то, как будто бы вот это вот все. Э, вот. Но, кроме этого, мы сегодня посмотрели большое количество разнообразных картинок для того, чтобы вы э, прочувствовали, для того, чтобы вы э, поняли что это все серьезно, это все не шутка и, короче, все такое прочее. Друзья, сегодня будет домашка. Это, во-первых. Во-вторых, традиционным образом я Приглашаю вас и очень э, прошу писать ваши мысли ваши комментарии насчет сегодняшнего эфира э, у меня в инстаграме я не на все отвечаю но будьте уверены что я абсолютно все читаю и абсолютно все каким-то образом через себя пропускаю вот поэтому пишите пожалуйста мне интересно будет это почитать э, почему я прошу вас писать это потому что э, общение с вами и ваши фидбэки и ваши комментарии это одна из частей моего вот этого самого исследования брутализма вот то как вы его воспринимаете то как вы его интерпретируете это точно такая же важная часть как и другая часть когда я сижу и просто кучу всего рассматриваю вот поэтому друзья всем большое спасибо до завтра увидимся